Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня я вам показываю результаты вызревания жирующего куста. Итак, напомню, этот же куст я вам показывала летом. Вот этот уже, это побег этого года. Видите, тоже толщиной с мой палец, вот там огромный этот побег. У него из-за плохой зимы, из-за плохой прошлой осени побег вот пошел от корня. Жирный толстый побег, видите какой, с мой палец толщиной. И этот побег рос вертикально. Когда он хорошо вырос, мы его положили в горизонтальное положение. Вот оно, горизонтальное положение, и его пасынки пошли вертикально вверх. И вот что у нас получилось осенью. Смотрите, у нас вызрела и эта часть, это уже у нас получится рукав. И вот эта часть, вот эти побеги, смотрите, вот этот вызрел. Ну, вообще так хорошо. Эти, конечно, следующие вызрели меньше. Ну, где-то вот на полметра. Где-то чуть меньше. Но, тем не менее, нам достаточно, чтобы вот эти побеги вызрели хотя бы на 2-3 почки. Тогда мы их режем по осени на рожки. Вот так. Из этих почек весной получаем побеги, которые будут плодоносить. Вот здесь то же самое. Вот у нас, например, одна почка, вот вторая почка. Вот так мы обрежем, и у нас пойдут вверх. То есть порежем на кордон. Ну а если бы нам вообще очень-очень повезло, и они вызрели еще больше, еще выше, то вообще их можно было бы закладывать в следующий год горизонтально. То есть в зависимости от того, сколько вот этого у нас бы вызрело. Вызрело меньше, рожки, вызрело больше, стандартная формировка. Но тем не менее, мы перераспределили рост, перераспределили питание, так бы мы бы имели одну вот эту толстую палку. А так мы имеем еще нормально вызревшие побеги, побеги, которые будут плодоносить. Так, путем простых манипуляций мы победили жирование на кусте, потому что жирование на самом деле очень опасно. Как правило, такая лоза потом не вызревает, следующий год опять начинает жировать, ну и получается, мы ходим по замкнутому кругу. И простой способ, как этого избежать или хотя бы сильно уменьшить. Ну, как видите, результат налицо. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!